Начинаем из Абхазии. Сегодня там отмечают День Победы и Независимости. 30 сентября 1993-го войска Абхазии получили контроль над всей территорией страны. В том же году Приднестровье подписало с Сухумом договор. Республики признали друг друга. Президент Красносельский сегодня, конечно, поздравил народ Абхазии. За прошедшие десятилетия накоплен значительный опыт плодотворного двустороннего сотрудничества на многих направлениях. Уверен, что дальнейшее развитие всего комплекса приднестровско-абхазских связей отвечает общим интересам двух братских народов. В Сухуми сегодня был бессмертный полк. Среди сотен фото приднестровец Роман Радковский. Парень из Дубасар в Абхазии – герой. Один из добровольцев погиб здесь и похоронен в Будаутском районе. И вот сегодня при прохождении колонн с фотографиями погибших в войне, также пронесли фотографию молодого человека, Радковского, Романа. Ему было всего 19 лет, когда он приехал в Абхазию. Он награжден высшей государственной наградой. На связи наш посол в Абхазии Гарри Купалба. Сразу вспоминает эту историю. Парень из Дубасар Роман Радковский погиб в бою вместе с другом абхазом. Это было в апреле 1993-го. Абхаз Родион Барцыц и приднестровец Роман Радковский похоронены рядом как братья. Так решили родители Родиона. В Сухуми сегодня несли портреты погибших защитников. Война в Абхазии длилась 413 дней. Все началось 14 августа 1992-го с массированных обстрелов и бомбардировок. За Абхазию воевали 9 приднестровцев, в том числе 19-летний Роман из Дубасар. 30 сентября 1993-го защитники Абхазии освободили всю территорию страны. Когда начались боевые действия, если Абхазия осталась бы один на один с противником, это в 30 раз больше по численности населения, конечно, Абхазия бы не вынесла бы все эти тяготы войны. Для каждого из нас это день победы, и это он и в той песне со слезами на глазах встречает, потому что очень много людей, более 3000 человек, сложили свои головы за свободу и независимость нашего государства. В 2008-м Абхазию вместе с Южной Осетией признала Россия. Приднестровье и Абхазия заключили договор еще в 93-м. Республики признали друг друга. На границе Абхазии можно запросто показать приднестровский паспорт. И наоборот, документы признают без проблем. В онлайн-формате проводятся шахматные турниры, проводятся другие контакты. Вот студенты обмениваются, принимают участие в различных онлайн-конференциях. Недавно здесь находилась небольшая группа, ректор Приднестровского государственного университета с проректором. Они подписали обновленный договор, который предусматривает различные контакты среди студенчества. В Абхазии очень хорошо знают приднестровцев, и вот эти контакты будут продолжаться, дружеские связи продолжатся. Сегодня в Сухуми был парад по всей Абхазии, возложение День Победы и Независимости. Там главный государственный праздник.